Всем привет! С вами снова Ольга Мартынова, женский фитнес-клуб Energy. Мы с вами проработаем заднюю поверхность бедра, внутреннюю поверхность бедра, ягодицы, а также руки и пресс. Приседаем. Исходное положение. Стопы по ширине таза. Приседаем вниз, таз отводим назад, руками тянемся вверх. Вдох, выдох наверх. Выводим мяч вперед. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Корпус держим прямо. Отводим руки в диагональ. Приседаем, угол в коленях 90 градусов. Вниз вдох, наверх выдох. 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 Каждое упражнение повторяем примерно 8 раз. Добавляем наклоны в сторону. Делаем примерно 8-16 раз. Соединяем. Усложняем, отводим руки в диагональ, поднимаем колено вверх. Соединяем все сначала. Руки в диагональ, колено вверх. Выдох вверху. Наклон. Таз зафиксировали, таз держим неподвижно. Работает только верхняя часть корпуса. Соединяем все сначала. Шаг с крестной стороны в сторону. Колено касается пола. Мяч держим возле груди. Корпус держим прямо. Угол в коленях 90 градусов. Три пружины внизу. Шаг, три пружины. Делаем примерно 4-8 раз. 7 пружин. 7 пружин. Корпус держим ровно. Делаем 4 раза. Дальше мяч опускаем на пол, прямую ногу отводим назад, коленом тянемся к груди, вдох, выдох, выпрямить, откатываем мяч вперед, вдох, выдох, пружиним прямой ногой вверх. Колено опорной ноги слегка согнуто. Ставим стопу на мяч. Выпрямляем ногу, носок на себя. Делаем примерно 8-16 раз. Корпус держим прямо. Добавляем приседания. Руками тянемся вверх. Соединяем, отводим ногу назад, ставим стопу на мяч и приседаем. Делаем примерно 8 раз. Выпрямляем ногу 8 раз. Катаем мяч из стороны в сторону. Берем мяч в руки, шаг с кресла. Этот блок упражнений делаем на левую ногу. В
На этом наша тренировка окончена. До встречи. Пока.